руководство Министерства Дальневосточного регионального центра, Главного управления в сложных экономических условиях продолжает проводить мероприятия по переоснащению и документированию новыми образцами техники реагирующие подразделения. В частности, сегодня мы получаем два вида техники. Это снегоход «Ипотайга» и снегоболотоход. Данный вид техники будет использоваться для работы инспекторов состава в междунавигационный период, для проведения надзорных мероприятий на водных объектах в летний период времени с целью профилактики происшествий на них и для поиска и спасания людей из трудоспособных местностей района. Централизованные поставки осуществлены. Пришел новый снегоход, новый квадроцикл для подразделений государственной инспекции по маломерным судам. Поэтому мы поздравляем, Сергей Леонидович, вручаем вам эту технику. Желаю, чтобы эта техника служила качественно, долго. Thank you.